Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить салат под названием «Самоцветы». Это салат для тех, кто очень любит свеклу или свеклу, но уже надоело однообразие свекла, чернослив, свекла, чеснок и что-то такое. И кому хочется разнообразить вот это блюдо, этот салат каким-то другим ингредиентом. И этим ингредиентом у нас будет апельсин. Что нам для этого салата понадобится? Свекла. Или одна большая, или две средние. Апельсин 1 грамм 200. Но я так думаю, что я готовлю этот салат тоже первый раз. Я попробую вам скажу. Я очень люблю свеклу. Но мне кажется, что салат и свекла как-то немножечко кого-то больше, чем должно быть. И я возьму сперва апельсин, половинку. Сыр 40 грамм, орехи любые, у меня грецкие, 10 грамм. А масло растительное, перец и соль по вкусу. Приступаем. Чистим и режем свеклу. Режем свеклу кубиками. Квадратиками. Следующим я возьму апельсин, но только половинку. Нам нужно почистить и убрать кожуру в дольках. Как я уже и сказала, я возьму половинку апельсина. И нам нужно убрать вот эту пленочку. И разрезаем на такие небольшие кусочки. Я добавлю половинку, попробую, потом вам скажу. Может быть, вдруг половинки не хватит и нужен целый, правда, апельсин. Я взяла еще пару долек. Затем я добавляю орехи, солю, перчу немного, добавляю растительное масло. Я вам хочу сказать, что получилось обалденно. Я советую вам попробовать. Я думаю, что вам понравится. Мне очень понравилось. Получился вот такой вот замечательный салат. Такой яркий, освежающий. Я думаю, что вам стоит попробовать. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. До скорой встречи!